Всем привет, дорогие друзья! И вот пришел понедельник, и у нас будет розыгрыш. Комментариев довольно много, и ссылочек очень много в этот раз, поэтому и конкуренция, соответственно, очень большая. Но желаю всем удачи! Вставляю ссылочку на видео в рандомайзер. И сейчас случайным образом через интернет мне определит первого победителя. Надеюсь, тут у нее будет написано, что же именно она хочет. Так... И первая девочка у нас сейчас, проверим, активна ли ссылочка у нее на страничке. Она пишет, что хочет разъемную форму, замечательно. Если у вас будет все в порядке, будет вам разъемная форма. Так, Олечка Лубяниченко. Сейчас посмотрим, есть ли мое видео на страничке. Да, вижу видео на страничке. Олечка, ждите от меня сообщения. И в ближайшие дни я вам отправлю ваше разъемное кольцо. Поздравляю вас с выигрышем и бегите в свое удовольствие. Теперь осталось разыграть скалку. Сейчас точно так же перейду и еще раз разыграю. Надеюсь, что выиграет кто-то другой. Я думаю, из больше чем 80 комментариев выберет кого-то другого. Так, и здесь у нас еще одна ссылочка, здесь Facebook. Сейчас попробуем тоже открыть. Здесь у нас Катюша Грибута. Сейчас посмотрим, чтобы у вас ссылочка тоже была на страничке активная. И тогда смогу вам отправить скалку. Так, так, так. Листаем, листаем, уже видно. О, вижу, вы аж два раза. И через Facebook, и через YouTube. В общем, Катюша, ждите вашу скалку. Тоже напишу вам здесь. Спасибо всем за участие. Надеюсь, в следующий раз у нас будет еще больше призов. И участвуйте дальше. А с вами, как всегда, был Кекс. До новых встреч. Пока-пока.